Как это прекрасно, когда мы можем созерцать начало нового дня. Что он нам принесет? Ведь каждый наш новый день – это путь в никуда. Ибо не знаешь, что может произойти. Вот и мы на пути в новую жизнь. И Отец наш просто хотел, чтобы мы помочили ноги. Он ждал этого момента вместе с нами. Вы снова видите Бернхарда Мюллера из Германии и Альберта с его супругой Лизелотто. Нас пригласили на фестиваль, который проходил здесь, в этом прекрасном уголке, уже 2 раза. Приехали все, кто должен был приехать. Хочу сразу поблагодарить Галину и Юрия Трушкова, Светлану Унжакову, ее супруга и всех братьев и сестер, с которыми мы имели волю Отца нашего вновь встретиться через многие века на этой земле. Все идет по плану, как сказал Отец наш в послании к Лизелотте. Я дам вам все импульсы и вложу вам все в сердце, потому как мой план должен осуществиться. Все мои народы, расы и религии должны объединиться, и я дарю вам все для осуществления моего плана. Это было почти за месяц до нашей поездки в Россию. Я хочу только ваше «я» услышать. Ваши желания и волю вашу, все остальное приготовлю вам сам. Когда я это прочитал, мои слова были: «Отец, я готов. Если это твоя воля, то я лечу с радостью». И вот мы здесь, в Пермской области. Неглубокая речка была большим подарком, особенно когда искупаешься, и на тебя обрушивается туча слепней. Но это тоже была проверка каждого на любовь. Ребятишки могли без опаски купаться, вода была теплая, потому как температура превышала 40 градусов, и это было на протяжении всего фестиваля. Спасибо, Отец, за подарок. Доброе утро. Здравствуй, Отец. Ты уже снова купаешься? Рад за тебя. Знаю, и ты также рад. Потому как ты говоришь, весь мир должен быть праздником радости, потому как все страдания и боль имеют свой конец. Я вас позвал сюда, на землю, начинать строить новую жизнь. Новый мир будет стоять единым, ибо такого никогда еще не было. Вы будете строить этот мир. Матерь Божия открывает ваши сердца. И кто верит, может это видеть. Настолько все было продумано, и от этого становилось легко и радостно. Я никому не мешал, просто ходил и наблюдал. И вот, посмотрите, Арсений уже может показать своего нового друга. Он даже мне имя его сказал, но это было между нами. Творяне собираются уже потихоньку хороводы водить. Если честно, я уже так давно такого не видел. Теперь вот вместе с вами смотрю и радуюсь.
а вы тоже радуетесь? Молодцы! Читая впечатления Альберта, которые он описал в своем дневнике, я нашел такие слова, что нас больше всего поражало в этих людях то, что они ничего не имели и делились с каждым. Их мотив был такой – другим дарить радость. Зажигают огонь от дыхания вещей красы. Здесь травинкам дуя ладонь, брали ягоду щедрой красы. Родина моя родниковая, поклонюсь тебе, русская земля. Родина моя Васильковая, Россия, Россия, Россия. И вместе с вами созидать, и на свет своих друзей каждый раз пишу быстрей, как на свидание с радостью моей. Когда Светлана спросила у Альберта и Лоты, можете жить в одном из старых домов, это порядка 500 метров от речки, или вместе со всеми в палатке. Они выбрали старенький домик, в котором было очень прохладно, и они себя очень хорошо чувствовали. Бернхард Мюллер жил вместе с ними. Сердечный свет храня, каждый раз волнуюсь я. Я рада видеть вас, любимые друзья. Город Чайков, что теперь уже наш оргкомитет. Здравствуйте. Рады, что сюда пришли, наверное. Хочу поблагодарить Сергея за его песню, которая прозвучала в восьмом фильме «Свет, свет, свет». Там тоже были такие слова. Мое имя – Свет. Всем приветствия, всем спасибо. Я, liebe Geschwister, wir kommen von Deutschland. Дорогие братья и сестры, мы приехали из Германии. Und wir bringen euch mit, was ihr schon habt, Friede und Freude, Liebe und Licht. Мы принесли вам то, что вы уже имеете, дружбу и любовь, свет и Wir sind alle Geschwister, weil wir einen Vater haben. Мы все братья и сестры, потому что у нас единый отец. Und er möchte, dass auf
der Welt überall Gruppen entstehen wie hier. И он хочет, чтобы весь мир собирался в такие группы, которую мы имеем сейчас. Und er wünscht, dass von diesem Platz, von Russland, der Friede in die Welt geht. И он желает, что радость вот с этого места во весь мир пойдет сегодня. Überall in vielen Ländern gibt es schon Gruppen, die den Frieden leben. Во всем мире есть такие же группы, которые живут в мире, как и у нас сегодня. Und damit wird Freude und Friede werden auf der ganzen Welt, weil im Geiste die Gruppen alle schon zusammengeschlossen sind. Поэтому все начнут жить в мире и согласии, потому что в духовной жизни все уже думают одинаково. Ja. Und wir freuen uns, dass wir so viele junge Leute finden, so viele Menschen finden, die diesen Frieden in diesem Land schon leben. Нам очень приятно видеть столько много людей, которые пришли сюда порадоваться вместе и просто жить. Ja. Und ich habe in der Светлана, eine Freundin gefunden, eine Schwester, die schon lange unsere Schwester ist, die wir haben gewartet, bis wir uns treffen dürfen. Мы приобрели, вернее, нашли, это тоже будет неправильно. Встретились. Мы встретились со Светланой, это моя сестра, и у нас такая радость, которой теперь нет конца. Einladung, die wir von ihr bekommen haben, für hierher. Мы благодарим вас за приглашение, которое мы получили, чтобы вместе с вами праздновать здесь этот праздник. Спасибо вам. Провинция Венеция из Италии. I am 27 and it's my second time in Russia. Мне 27 лет, я во второй раз приехал в Россию. I met her Alla last year, and she invited me to come to the festival. Мы встретились год назад, и я пригласила его сюда на наш фестиваль. And I'm happy to be here with you, and I hope to meet you and to get to know you better, all of you. Я счастлив находиться здесь, и надеюсь, что я надеюсь узнать вас поближе, получше. Это все. Ganz herzlich. Und ich danke euch, dass ihr alle gekommen seid und wir da sein dürfen. Я приветствую вас всех сердечно и благодарю за то, что вы все сюда пришли. Спасибо вам. Wir können zwar nicht viel Russisch sprechen, aber wir sprechen mit dem Herzen und da verstehen wir uns alle. Мы не можем, к сожалению, по-русски говорить, но мы говорим сердцем, и я думаю, что вы меня прекрасно понимаете. Когда я монтировал фильм, то в это место попал именно этот цветок. А теперь смотрю и думаю, все правильно. Он тоже радуется вместе с нами. Yeah.
вами сегодня и сейчас. Объединим наши сердца. Мы все знаем, зачем мы здесь находимся. И пусть наши сердца сольются воедино и устремятся ввысь. И разольется наша радость, которая здесь организуется по всей земле. И да засветится наша Матушка-Земля всеми цветами радуги. И осветит она Вселенную. И будет радость во всей Вселенной. И пройдем мы через этот путь все вместе. Благодарю вас. О, матушка, земля, в день неблагодарения земле ей поклонение, природы обновление, олицетворение. Радуйтесь, творя, о, радуйтесь, творя, чтоб возродить российский дом, живи, земля моя, пусть расцветет славянский род и воспрянет духом наш народ божественной гармонии, святая Русь придет. Здравствуй, фестиваль! Ура, творяне! Подарок с города Аркаима. Светлана знает. Вот. Я специально брал мешочек по православному обычаю и думал, если что-то придет земля оттуда, обязательно привезу ее на фестиваль. Как связь двух городов света, как связь двух городов мастеров. Светочка, ты знаешь, это Алексей вручал камешек с Аркаима. Это для тебя. Рассказать о своих традициях, хоть показать хоть чуть-чуть, что мы знаем, умеем, что мы ценим и что мы наследуем. Мы традиции свои храним и внукам их передадим. Дорогие друзья, много еще людей не выступили, но мне вот сейчас я стесняться не буду, потому что поступают предложения. Температура очень высокая. У нас еще города есть, еще Оренбург есть, другие города, Свердловки еще, Пермские города. Ножки ему раздвиньте. Хочется выразить слова благодарности Гале, художнице из города Кунгур, которая подарила нам, каждому из Германии, кусочек своего сердца, которое она выразила на камне. Это радует нас. Спасибо тебе, Галя. Это пряничная доска, и вот тут написано: «С радостью я творя». Свет, свет, свет падает в глаза. Нет, 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 в небо мне нельзя. По земле я еще хожу. Свет на ней я нахожу. К радуге по мостику бегу. В сердце эту нить я берегу. Ты в своей душе ее храни. Да смотри, не оброни. Свет, свет, свет по траве бежит, свет, свет, свет на листве дрожит. Нет, 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 это Божий свет, и его прекрасней нет. К радуге по мостику бегу, в сердце эту нить я берегу. Ты в своей душе ее храни, да смотри, не оброни. Свет, свет, свет на моих руках, свет, свет, свет на твоих губах. Свет, свет, свет у меня в душе, не погаснет он уже.
радуге по мостику бегу, в сердце эту нить я берегу. Ты в своей душе ее храни, да смотри, не оброни. Было действительно очень жарко. Поэтому праздник решили перенести на вечер. А мы сейчас у Светланы дома. Она переехала сюда, в заброшенную деревню, где нет ни света. Но теперь вы видите, как возрождается и вдохновляется все вокруг совсем другим светом. Какая будет школа, макет ее вы уже видели. Сотворение всем миром. Все участвуют. Бернхард Мюллер привез даже свой топор и пилу и принял самое активное участие в совместном творении. Теперь не так скучно будет стоять и стражу мира, как ему сотворяют миряну. Мир дому вашему. Уже Палмира сполошила своей волшебной мечтой. Она селение подарила, где родники с живой водой. Где по полям гуляет ветер, мечту стрелой уносит ввысь. Какое счастье жить и верить, что наши с ней мечты сбылись. Мы как бы все анастасиевцы, то есть вот именно ее идея о гектарах родовых, она нас вдохновила, и мы вот уже на земле как бы строим, садим свои сады. Вот здесь, да, создаем пространство любви. Пусть наши песни звонкие уносит ветер ввысь. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. И все, что намечали мы, исполним наконец. Ведь в нашем деле праведном присутствует Творец. Ведь в нашем деле праведном присутствует Творец. Так, ребятки, вон к тому огню. Стойте. По кругу идите. Энергия радости ведь. Праздник был бы, наверное, не таким ярким, если бы не было огня. Живого огня. Он объединил сердца многих людей, потому что огонь – это тоже наш Небесный Отец. Песни и танцы продолжались почти до утра, а утром снова творить. Я не могу показать вам здесь всего в фильме, потому как каждый человек уникален по-своему. Интерес – это самое главное. Не было ни одного равнодушного ребенка или взрослого, а многие из взрослых превратились снова в мальчишек и девчонок. Мать природа раскрыла сердца их вновь. Каждый из нас имеет определенное направление. Можно подумать, что Бернхард Мюллер приехал сюда просто так, оставив своих 20 коров, 5 лошадей, сено, которое нужно тоже косить. И многие это пока не примут. Будем смотреть дальше. Все ладится.
Ребятишки ходили в лес, собирали там мох. Когда некоторые из них сядут за парты в этой школе, то обязательно, как и у взрослых, иногда в минуты искренней радости текут слезы, то и у детей. Я желаю вам всем море слез, слез радости. Всем моим братьям, сестрам хочу передать слова искренней благодарности. Уверен, что с каждым годом будет все больше и больше вот таких фестивалей радости. Здесь сотворяется все само собой. Хотите, смейтесь, хотите, плачьте от радости. Мне Бернхард говорит: «Алекс, ты должен постоянно быть рядом со мной. Тогда школа будет за эту неделю построена. Пока ты с камерой здесь, все работают. Тебя нет, работы нет». Теперь вида вас ноес. Снова что-то новое. Этих русских не поймешь. Победа силе воскресения, победа вечному единству,
Победа силе спасителя и возвращении, победа новому свету, победа новой земле, победа комете света, победа истинной радости сердца, победа преобразованию, победа раю на новой земле, победа родниковой энергии жизни, победа любви и милости, победа любви в совершенстве, победа святому огню любви, победа любви во всемогуществе, победа благодати для этой земли, победа свету воскресения, победа новому творению, победа новому построению этой земли, победа объединению общин тела и небесы, победа благодати, что исходит из Битании, победа большой перемене мира, победа первоисточной и вечной любви и предвещений, победа освобождению пострадавших и нападающих, победа золотой вечерней звезде в любви всеобщего примирения, победа вечному пробуждению в святой перемене, победа божественному сердцу во всей бесконечности, победа святому союзу мира во всей бесконечности, победа свету во всей бесконечности, победа свету в совете миров и во всех его служащих, победа гармонии любви в сердцах людей до самого дна, победа всепрощающей и спасающей любви всех сознаний, победа неприемности везде, победа вечной истине, победа всем позитивным событиям на этой земле, победа истинному сердечному покою, потому что Иисус Христос победитель, потому что Иисус Христос победитель, потому что Иисус Христос победитель. Честь и слава Богу в высоте, а на земле да будет мир, радость, любовь, терпение, уверенность, милосердие, вера, доверие, познание, ясность, утешение в сердцах всех людей и удовлетворение. Аминь. Сколько нового узнал каждый себя, почувствовал. Готов ты принять искренне брата твоего или обнять сестру свою, ведь она могла быть твоей матерью. Многие познали себя, слезы радости и не только радости. И я рад. Тронулся лед, и сердца ваши ожили. Большое сердечное спасибо всем, кто нам помогал исполнить миссию в России. Это пишет в своем дневнике Альберт. Спасибо Юрию и Галине Трушковым за тепло, уют и доброту вашу. Благодарность Ольге Ваулиной, которая переводила нам русскую речь и которая всегда была кстати. Ее маленькой Аленушке, у которой был большой интерес о Небесном Отце. Ну вот, и батарейки кончились. И у нас все поменялось. Все в один миг стали детьми. Я имею в виду взрослых. А дети наоборот. Ну, выросли прямо на глазах. Мы просто играли. У кого-то получалось. Не хватает, вот как раз и не хватает. А можно сгущенку еще так помешать? А можно я буду голенькой? Ой, как здорово.
А еще что мы будем делать? Еще что-то будем. Мы вот тут будет. Видишь, он стоит. Радуйся, отворя. Да, радуйся, отворя. И будем тут делать спектакль. Какой? Интересный? Да. Игрушки выглядывают тут. Да. Спектакль, конечно, тоже был. И не один. И было что посмотреть. И не было артистов. Было все правда. Но нужно было быть на фестивале. У вас должен появиться интерес к новой жизни. Тогда и будете в новой жизни просто жить. Еще слова благодарности Юрию Трушкову. Вы посмотрите, куда он нас привез. Мы даже землянику здесь настоящую кушали. А песни какие? Но сначала давайте осмотримся. То, что мы сюда попали, была большая радость для Мюллера. Он смог оценить достоинство своей печки, потому как тоже топит дровами, и у него тоже нет света в доме. Вы представляете? Это в наше-то время. Но он живет просто по-новому. Сарай, конечно, тоже не как у меня. В Германии выглядит все по-другому. Только вот коровы и лошади, что здесь, что там, имеют по 4 ноги. Удивительно красивые места, где расположена эта деревня-музей. Здесь все в первозданном виде. Особая тишина. И воздух здесь особый, потому как река Кама совсем рядом. Мы ожидали творческий коллектив, и они не заставили нас долго ждать. Это просто замечательно. Вновь возрождается письменность, песни, традиции. Нам рассказали историю создания музея и спели несколько песен. Также мы старались. Вот эту ксерокопию со старинной книги. Писывали реплики священников и наши. Вот. Стада, лая в стада не веди.
Посмотрите, в какой гармонии живет вся природа. При таком обильном разнотравии дух просто захватывает. Я и сейчас ощущаю этот свежий, неповторимый воздух. Все прекрасно в этом мире, и мы должны его сохранить, приласкать своим взором, услышать голос Отца нашего Небесного. Ведь Он для нас все это сотворил и говорит с нами всегда и везде. Услышьте меня, дети мои. Домой, я имею в виду на фестиваль, мы вернулись поздно. А утром снова костер, солнышко яркое и, конечно, голоса. Голоса вокруг. Все были вдохновлены, увлечены сотворить своими руками, подарить друг другу радость общения, ну и, конечно, приехать на следующий фестиваль. Когда было закрытие фестиваля «Радуюсь я, творя», Небесный Отец осветил нас своим божественным лучом. Я просто услышал Его. Он сказал: «Посмотри наверх, это Я, Отец, который вас любит и ждет». Радость переполняла нас всех. Это было самым большим подарком. Все увидели Отца. Спасибо, Отец. Каждый ребенок получил маленький подарок, как память о фестивале. Да и мы, взрослые, могли прочувствовать и выбрать из того, что было творением рук и сердец наших. Я желаю вам мира, счастья, радости, духовного роста и до встречи на 4-м фестивале. Большой вселенской любви! За эти 3 года здесь очистился источник, здесь очистился ключ, но не воды, а божественного света. Понимаете, что я воспринимаю, что ощущаю? Сегодня он полностью чист. Никола знал, что у него скоро будут друзья из Германии, но такого он не ожидал. Когда увидел видение, где он был рыцарем, а Альберт и Лизелотта его королем и королевой, и как тогда он преклонил свое колено. Это было самое сильное чувство реальности. Реальное чувство, которое в нашей памяти не стирается. Оно живет вечно, как и мы.